А у детективов антикоррупционного бюро еще один клиент. И теперь это сам министр инфраструктуры Владимир Амелян. Журналисты выяснили, что бюро еще с мая проводит расследование в отношении министра. Подозревают в незаконном обогащении. Детективы уже получили доступ даже к переговорам Амеляна по мобильному. Суть дела в том, что министр, по версии НАБУ, не указал в электронной декларации весь список имущества, которым он реально пользуется. А это и дом, и машина, да и добра у министра и его родственников якобы больше, чем можно позволить себе на официальные доходы. Сам министр утверждает, что никаких нарушений с его стороны не было, мол, готов сотрудничать по этому делу с любыми правоохранительными органами, хоть с НАБУ, хоть с СБУ, хоть с Генеральной прокуратурой.